Большереченский зоопарк, расположенный в Омской области, на этот раз направил в Абакан сразу 9 животных. Самое крупное – это горный баран Уреал. Правда, пока это еще юнец. Привезли в маленькой клетке, перевозили в более крупные клетки. Но, в принципе, спокойно здесь высадили, спокойно себя повел, не бился ничего. К тону голоса привык, что хожу, кормлю с утра, стараюсь приучать, чтобы ближе к людям был все-таки. Не пугался, не брыкался. Ягненку 9 месяцев от роду, когда подрастет, будет около метра в холке и обзаведется самой главной особенностью – массивными, закрученными по спирали рогами. Произойти должно это уже к концу года. К тому времени у барана появится пара, а значит, в будущем можно ожидать потомства. Вместе с горным бараном в Хакасию прибыли и 8 птиц – попугай Розелла и китайские шелковые куры. И в том, и в другом коллективе имеются самцы и самки. Попугаи и пестрая Розелла соседствуют с кенгуру Валаби, причем достаточно мирно, внимательно наблюдают друг за другом, каждый со своего яруса. Расцветка попугаев настолько яркая и необычная, что не может оставить равнодушными посетителей зоопарка. Через вольер обживают новый домик китайские шелковые куры, пушистые, с непривычно длинными гребешками. Шелковые, потому что вот этот пух, перья очень такие приятные, действительно, на ощупь. Декоративные, кстати, все декоративные куры так или иначе выведены были либо в Китае, либо в Японии. Вот как-то эти две страны чаще всего упоминаются. В ближайшее время сотрудники зоопарка представят посетителям центры природы и еще новых питомцев. Завесу тайны приоткроют чуть позже. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.